Вы смотрите шоу «Феномен», и я приглашаю на эту сцену главного феномена. Господин Геллер, сцена ваша. Оксана, I want you. Come quickly. Оксана, вы мне нужны. Давайте скорее. Come on, Оксана. Давайте, Оксана. I want everybody to pull out your spoons. Пожалуйста, все достаньте свои ложки. Everybody, and your keys все, also. Все, все, и ключи тоже. Your keys, pull them ключи, out. Вытащите их. Оксана, come Оксана, here. Подойдите сюда. Let me show you what made me famous. Давайте я покажу, что сделало меня знаменитым. First of all, I want to прежде try. Всего, I want to take я хочу попробовать key. Так взять вот этот ключ. Вот этот. Оксана! Оксана, что мне делать? I want you now я хочу, чтобы вы to try to do this yourself. Постарались сделать это сами. Вот, возьмитесь. Гнись. Вот так. Как холодно. И скажите, гнись. 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 Come on, Оксана. Гнись. Come on. Ну гнись come on. Же. Yes, come on. Гнись. Гнись, 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 гнись. Look, 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 look. И смотрите, гнись. Смотрите. Гнись. Смотрите. Гнется. Ура. Stop. Look. Ури. Смотрите. Put your finger on more. Ну-ка, приложите гнись. Палец еще, еще. Гнись! 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 Come on. Гнись! Ну, давайте же. Раз. Два. Три. Три. Гнись! Гнись! Вау, ури! Смотрите, смотрите, он все еще сгибается. Все еще сгибается. Now listen. А теперь? Everybody at home. Все у себя дома. Let me show you what made me famous. Позвольте показать, что сделало меня знаменитым. 35 лет назад. I did it on the BBC. Я сделал это на канале BBC. But before I do it, но прежде чем я это сделаю, I want everybody at home, я хочу, чтобы все у себя дома, у телевизоров, положили ложки на телевизор. No matter how strange, неважно, как бы странно и непривычно это ни казалось. Положите свои ложки на телевизор. Did you tell your parents to do it? Вы сказали своим родителям это сделать? Да, я сказала, я позвонила, чтобы они это сделали. Don't be afraid. Не надо бояться. If the spoon jumps off the TV. Если вдруг ложка спрыгнет с телевизора. Some spoons might fly off, might bend. Некоторые ложки могут начать летать, могут начать гнуться. Don't be afraid. Будут летать по всей комнате, не бойтесь. Но будьте готовы заснять это. На пленку или на свой телефон. А вы здесь, в студии, возьмите ложки и постарайтесь вложить в них свою энергию. Очень-очень нежно. Окажите на них давление, и ложка может стать мягкой. Если что-то странное произойдет дома, снимайте и присылайте нам. А теперь смотрите, Оксана, встаньте здесь. I rub it gently. Так, я тру очень нежно. And these are not my spoons. These are not my spoons. Это не мои ложки. I say раз. Я два, говорю раз. Три. Тай. Еще раз. 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 Два. Три. Тай. Тай. Еще раз. You do it. Try to bend it. И вы делаете это. Раз. Попробуйте, попробуйте согнуть. Два, смотрите. You вот. Feel it soft? Три. Чувствуете, как размягчается? This is a very thick spoon. I shouldn't have taken a thick spoon. Это очень толстая ложка, не стоило ее брать. Yes, it's beginning. It's beginning. Так, начинается, начинается. Look, look, look. Смотрите, смотрите. Я покажу вам. Is becoming смотрите. Soft. Ложка становится мягкой. Невероятно. Look. Look, 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 look. Смотрите, смотрите. Look, there it goes. Wow. Look. Wait a minute. Минуточку. Did anyone spoon bend у вас, here? У кого-нибудь согнулась ложка? Yours? У вас? Let me see. Дайте взглянуть. Whose spoons bent? Только кого согнулись now, ложки? Home, home, вы у себя дома. Если у вас подпрыгнула ложка, если она согнулась, bent, если согнулись ключи, see. Позвоните нам, сообщите. Let me see. Did anyone else spoon bent? Yours? Let me see. This is rare. This is rare, but it does happen. Это случается. No, редко, come но on. Случается. Come here, come here, come here. Давайте, давайте сюда. Are you joking with me or this is real? Вы шутите или это нет, правда? Конечно, она сломалась. And what did you feel it soft? И вы почувствовали, как она размягчается? Yes, let me see who's. Дайте посмотреть, у кого еще. Yours? What happened? Что случилось?
How did this happen? Как это случилось? Давайте ко мне. Look, how did this happen? Смотрите, как это случилось? На глазах согнулась. Прямо на глазах согнулась. Okay. Anybody here? Wait. By the way. Да, кстати. If nothing happened to you at home. Если ничего не случилось у вас дома. Don't be disappointed. Не надо разочаровываться. Because it doesn't happen. Потому что это. To everyone, and it doesn't happen all the time. Let me see. Wow. Ну-ка, try to me. Wow. Ну-ка, бросьте мне. Бросьте мне. Yeah. Wow. Look at this. Надо же, посмотрите. Look at this. Посмотрите. Okay. Wow. Thank you. Спасибо. This is so tiring. Это очень утомительно. Оксана, послушайте. Do you think? Как вы думаете? That I can put my fingerprint? Я смогу оставить отпечаток своего пальца. On the spoon? На ложке. As a stamp? Как печать. Ури. Hold the spoon. Если ты это сделаешь, я просто упаду в обморок. Я не верю. So, together with me. Так, вместе со мной. Раз, два, три, печать. Say, come on. Скажите это. Wait. Раз, два, три, печать. Oh, wait, it's beginning. Так, начинается. More. Еще, again. Еще. Раз, два, три, печать. Подождите. Это действительно, там есть печать от пальца. Now. If anything happened in your home. Если что-нибудь случилось у вас дома. Call us now. Звоните нам прямо сейчас. Let us know. Сообщите нам. Денис, thank you. Денис, спасибо. Это был Ури Геллер и его всемирно известный эксперимент в прямом эфире из Москвы. Я